Почти век сотрудники уголовно-розыскного отдела Южно-Казахстанской области стоят на страже порядка и нашей безопасности. Работников оперативной службы называют людьми самые опасные профессии на свете. Поздравить сыщиков с юбилеем пришли ветераны и сотрудники других правоохранительных органов. Образ сыщика часто используют в кинематографе. Сильный, храбрый и преданный родине человек ловит преступников, спасает чью-то репутацию, а порой и чью-то жизнь. В жизни так оно и есть, но намного тяжелее, говорит Ахмаджан Мухиддинов. Ветеран стоял у истоков создания уголовно-розыскного отдела Южно-Казахстанской области. Нынешним работникам уголовного розыска, который сейчас работает, тоже так же тяжело, как и нам. Ну, правда, надо отдать должное. Вот сейчас очень усилена техническая укрепленность работников уголовного розыска. У них есть автомашины, есть все необходимые технические средства. Но в наше время немножко сложнее было. На празднике начальник областного департамента внутренних дел наградил отличившихся сотрудников уголовного отдела почетными грамотами. Благодарственные письма вручили вдовам и матерям погибших на службе полицейских. Этих героев коллеги почтили минутой молчания.